Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу, как очистить память на своем телефоне, ничего при этом не удаляя. К сожалению, Android-телефоны устроены так. Это касается и айфонов. Например, мы зайдем в YouTube, смотрим. Просто пример YouTube. Я захожу в него, вы тоже. Каждый день мы заходим в YouTube. И вот вы зашли, такие листайте, смотрите, какое посмотреть мне сегодня видео. Вы что-то посмотрели или чисто вышли и такие, не буду ничего смотреть. Но заметьте, все видео, что вы только что смотрели или листали, вот эти все картинки, они сохраняются автоматически в памяти вашего телефона. Вы представляете? И, к сожалению, от этого не избавиться. Поэтому очищать память, причем довольно-таки внушительных размеров, можно. Действительно, ничего при этом не удаляя, а лишь чисто делая чистку кэша. В неделю один раз я советую это делать для своего телефона. Займет у вас буквально секунд 30, зато у вас будет очень много памяти освобождаться. И телефон, соответственно, станет работать намного быстрее. Также дополнительно вы сможете очистить память на своем телефоне на нашем телеграм-канале UltraHappy, скачав премиум-приложение MasterClean. Это классное приложение для эффективной очистки памяти на вашем телефоне. Также Zero Cleaner, которая автоматически помогает очистить кэш каждого приложения. Оставлю ссылки на эти приложения в описании в случае, если вам пригодится. Смотрите. Задерживаем приложение, нажимаем «А приложение», пункт «Память». Смотрим, сколько всего занимает у вас память YouTube. Там несколько, у каждого индивидуально несколько мегабайт чисто. Поэтому мы берем и очищаем все. Особенно кэш. И то же самое с телеграмом, очень важно, потому что я боюсь представить, сколько там нужно чистить, так как этим приложением мы очень часто пользуемся, пройти мимо него никак нельзя. Задерживаем приложение, нажимаем «О приложении», «Память». Сколько всего? Несколько вот гигабайт. И также с остальными приложениями мы очищаем системные, несистемные, но особенно те приложения, которыми мы очень часто пользуемся. У меня в Телеграме еще немного занимает памяти, потому что я не так сильно давно очищала, поэтому обязательно раз в неделю повторяйте эту процедуру, несколько кликов, и уже неплохой результат даст для вашего телефона. При этом с телефона ничего не удалится. Приложения все так же будут работать, ничего не поменяется. И повторяйте эту процедуру со всеми приложениями еще раз. Раз в неделю, и у вас будет всегда максимально много памяти на вашем телефоне. Это был способ очистки памяти без каких-либо приложений, без каких-либо удалений, важной информации и так далее. Не забывайте об этом способе. Также сам Telegram. Зайдите в него, данные, память, использование памяти. То же самое нажимаем «Очистить весь кэш». После этого у вас еще больше будет памяти на вашем телефоне. Также не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего дня. Пока.